Очередное дежурство сотрудников специализированной роты ДПС ГИБДД МВД России по Ульяновской области выдалось неспокойным. В половине четвертого утра на улице Пионерской поселка Мирный был замечен автомобиль, который двигался по проезжей части зигзагами. Требования инспекторов об остановке водитель «Лады Приоры» проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование. В один из моментов, не справившись с управлением, лихач совершил наезд на стоящий патрульный автомобиль. Не останавливаясь, нарушитель покинул место ДТП. Задержали его спустя 15 минут погони. Как выяснилось после задержания, за рулем автомобиля находился ранее судимый 37-летний ульяновец с явными признаками алкогольного опьянения. От процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Позже было установлено, что водитель не имел права управлять транспортным средством. Более того, за аналогичные административные правонарушения по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации только за 2015 год данный гражданин привлекался трижды. При проверке по базам данных было установлено, что регистрационные знаки автомашины подложные. Также было установлено, что данным транспортным средством водитель завладел незаконно. По факту угона транспортного средства проводится проверка в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Лилиана Рахматуллина, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.